Каждый год автопроизводители дарят нам возможность познакомиться со своей очередной новинкой. Конечно, кто-то чаще, кто-то реже. Кто-то слегка меняет облик модели, а кто-то создает новый сегмент. И сегодня конструкторы Peugeot предлагают нам познакомиться со своим очередным творением. Что ж, покататься на новом автомобиле тест-пилотов автопанорамы долго упрашивать не нужно. Посему позвольте представить Peugeot 2008. Да-да, вы не ослышались. Именно это слово почти хором озвучила съемочная группа, когда увидела его. 2008. Мини-кроссовер. Очередное детище Peugeot. Стильный, яркий и, несомненно, интригующий. Все парни в автопанораме – истинные джентльмены. Поэтому дружно уступили право первой опробовать 2008 красивой девушке, замечательной певице и просто приятному человеку – Светлане Агарвал. Поначалу Светлану немного смутила механическая коробка, но не прошло и трех минут, как возникло впечатление, что она ездит на 2008 уже несколько лет. Никаких намеков на трудности. Светлана – опытный водитель и достаточно много времени проводит за рулем, поэтому мини-кроссовер она изучала весьма и весьма пристально. Прежде всего, когда я подошла к автомобилю, мне понравилась ее форма, это раз. Белый цвет, такой чистый, красивый белый цвет. И вот эти какие-то элементы салатового цвета тоже придают какой-то свежести. Ну, интересно, интересно. Что касаемо дизайна внутри, мне тоже нравится. Во-первых, руль сам по себе, ну, он очень удобен, я не знаю, его приятно просто в руках держать. Сиденье достаточно комфортное, потому что, в принципе, по роду своей деятельности я много провожу времени за рулем, и для меня немаловажно, в каком положении будет находиться моя спина. То есть я в нее вот сажусь, я сразу чувствую, моя эта машина или не моя. То есть здесь, к примеру, буквально на второй-третьей минуте я понимаю, что машина просто отвечает всем моим требованиям. Вот так. Как и подобает мужчине-французу, стильному, яркому и элегантному, 2008-му удалось добиться расположения белорусской красавицы. Мы благодарим Светлану и едем дальше.